Итак, снова всем здравствуйте, снова всем доброе утро, у нас утро. Сейчас я начинаю свой очередной влог. Вот что хочу сказать. Хочу сказать, мне все время что-то осенью не везет. Уже второй раз у нас в городе выпадает снег, причем выпадает хорошо, покрывает полностью все газоны, всю траву, все дороги, все тротуары, все крыши домов. Вот. И в течение недели он сходит на нет полностью. Вот на этой неделе тоже был снег. И видите, вот сегодня суббота, сегодня, кстати, 17 ноября. А снега нет. Дождик, мелкий моросит. Опять слякоть, опять грязь. А я на неделе так радовался, думал, вот, сейчас придет суббота, начну записывать влог, наконец-то будет нормально чисто, значит, чистые кадры с белым снегом. Нет, сегодня будут кадры не с белым снегом, а с грязными тротуарами и дорогами. Такая вот погода. Не люблю я ноябрь, так же, как и апрель. Ну ладно, сейчас мы пойдем опять с Маргаритой по своим делам. Взяли мы с собой квадрокоптер. Опять пасмурно. Довольно низкая облачность. И что я хочу сказать насчет полетов? Я понял, что вот в такую погоду, конечно, природу снимать — это не очень благодарное занятие. Я буду снимать, значит, дома, улицы. Я заметил, довольно хорошо смотрится, когда квадрокоптер летит над какой-нибудь улицей, прямо над ней. И довольно красиво это смотрится, так эпично даже немножко. Может, сегодня парочку улиц тоже так сниму. А сейчас мы с Ритой пойдем по своим делам. Влог начался, вот так. Итак, хочу кое-что сказать. Сейчас мы сейчас идем с Маргаритой. Вот у нас на улице Герцена здесь есть Сбербанк. Дело в том, что я веду стримы и хочу еще раз поблагодарить тех, кто мне на этих стримах делают донаты. Все ваши донаты я перекидывал Маргарите на карту. Сейчас как раз туда пойдем их снимать. Еще, значит, вам отдельная от меня еще раз благодарность. Пойдем, это улица Герцена. Тут мы недалеко живем. Вот наш Сбербанк. Итак, значит, сняли мы сейчас, зашли в Сбербанк, сняли денежку. Вот, и Маргариту я вам решил показать. Идем мы, сейчас у нас есть такая, нам недалеко тут нашего, в нашем районе, недалеко от нашего дома, это аллея, мы ее называем, я ее называю сиреневая аллея, мы с Ритой ее называем так. Тут сирень, конечно, сейчас она далеко от своего лучшего вида. Весной тут очень красиво цветет она. Сейчас, значит, мы идем, пока точно не знаю, сейчас будем здесь искать какое-нибудь место, чтобы снять какую-нибудь улицу, может, даже парочку улиц. И там, значит, в смысле снять с квадрокоптера. Вот когда уже я полет совершу, потом, значит, я опять достану вот эту камеру свою и вам все расскажу, где мы летали, если, конечно, это все у нас получится. Так, идем дальше. Ну, в общем, так, что я скажу? Я скажу, что полет совершен. Совершен полет в очень нелетную погоду. Квадрокоптер приземлился весь мокрый. Вот, даже камера была в капельках, не знаю, вроде, как картинка была хорошая, буду монтировать, посмотрю. В общем, где мы летали? Мы пролетели над небольшой улицей, называется она Первомайская, в конце этой улицы как раз, я почему хотел именно над ней пролететь, а в конце этой улицы, от того места, где мы взлетали, красивая церковь расположена. В общем, я долетел до этой церкви, хотел облететь вокруг нее, но помехи пошли, в городе очень много помех. Вот, немножко я так чуть-чуть ее сбоку снял. Потом вернулся обратно и еще пролетел на другой улице. Вологжане знают. Называется это улица Чехова. Вот в Вологде тоже есть такая улица, улица Чехова. На ней стоит такое большое красивое здание суда. Долетел я до стадиона. И тоже там начало. Нет, сеть там еще была, но поднялся ветер сильный. И вот как раз тогда и начался это дождик моросить. Начал дождик моросить. И я нажал кнопочку «Возврат домой», когда кто-то прилетел к нам, приземлился, мы его упаковали и пошли дальше гулять, значит. По Вологде очень пасмурной, очень хмурой. Ну, постараюсь я, значит, как-то скрасить эту Вологду в своем видео, добавлю там при монтаже красок, постараюсь, чтобы было... картинка была повеселее, чем она есть на самом деле, по крайней мере. Сейчас Рита пошла в магазин, тут мы ходим каждый выходной почти ходим. Магазин «Десяточка» называется, там покупаем себе всякую бытовую химию на неделю. Ну, а потом, наверное, пойдем домой, потому что, ну, куда в такую погоду идти, не знаю.
промозгло. Кстати, не так холодно. Такая теплая, теплая сегодня осень. Вот, ну ладно, посмотрим, может, еще чего-нибудь поснимаем. Вот этот магазин, пятиэтажка у нас находится, магазин «Десяточка». Сейчас вот Маргарита находится там, внутри. Они вон уже вышли, меня ищут. Сейчас пойдут к ней. Не видят меня, я тут через дорогу стою. Ну, в общем, так получилось. Мы сейчас с Маргаритой сделали такой кружок. И вышли, ну, зашли еще тут в один магазин. Позитронику кое-что купили себе. И опять, значит, вышли конец этой улицы Первомайской. Вот эта церковь, над которой я хотел сделать кружочек воздуха, но у меня не очень получилось. Вот еще с такого ракурса я вам ее сниму. Сейчас покажу эту улицу Первомайскую уже с другой стороны, хотя бы снизу. Вот там мы в самом конце этой улицы стояли. Сейчас попробуем туда приблизить. Блин, машина еще едет. Вот там. И летели над ней сюда, к церкви. Ну ладно, все, наверное, на этом я буду заканчивать свой влог. Опять он у меня получился короткий. Но не получается сейчас мне снимать длинные влоги. Сами видите, что творится с погодой. Я вот сейчас, чтобы вот здесь встать и спокойно вам это все рассказать, попрощаться с вами, сказать до следующих встреч, до следующих влогов, очень долго искал место, чтобы микрофон не задувал ветер. Ветер поднялся. Изморозь на улице. Вот, ну ладно, будем ждать снега. Будем ждать снега. Нового года будем ждать. Влоги будут продолжаться. А на сегодня, ну, ребята, извините, все. Вот, больше, наверное, ничего я снимать не буду. Сейчас с Ритой идем еще в магазин за продуктами, в аллею сходим. И пойдем домой, буду монтировать этот влог. Сегодня суббота. Постараюсь завтра, в воскресенье, этот влог уже выложить. Ну, как обычно. На этом все. Всем пока. До следующих встреч. Всем пока.